Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди, на аппарате Пайн. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья. Мы продолжаем наше приключение. И в конце предыдущей серии действительно квест забаговался. Я вот сегодня попробовал заново все это выполнить. И сейчас вроде как все сработало. Теперь нам пишет «иди по следу». То есть, что я сделал? Конечно, это стоило мне многих мучений, учитывая, что эти лоси бесконечно нападают и нападают и нападают. И их бесполезно вообще убивать, потому что они бесконечны. Они прибывают все новое, новое и новое. Ну, в общем, я опять-таки подбежал к костру. Потом суть в том, что нужно было посмотреть с помощью нашей линзы вот этой вот. И тогда мы бы увидели следы, которые ведут к этой двери. Но я просто опять-таки забежал в эту дверь, как и в прошлый раз. Но в прошлый раз я не видел этих следов. Это только сейчас уже я понял, что нужно посмотреть. Потому что, я не помню, в прошлой серии нам говорил он или не говорил, что нужно посмотреть с помощью линзы. Сейчас он мне возле костра сказал это. И я посмотрел и пробежал по следам, и все. Но, конечно, с лосями это просто жесть. Они бесконечные, и все. Это меня так бесило. Так, а как я здесь забирался? Все восстановилось уже. Поэтому нужно заново все делать так. Ага, вот так вот. Да, вспомнил. Лень мне на рогатку переключаться. Так, куча стрел, отлично. И что это? Ягодки. Кстати, надо бы перекусить. Восстановить здоровье до конца. Еще не до конца. Вот так вот. Так. Так, а тебя куда поставить-то? Ой, я туда, наверное, не допрыгну сейчас. Эть, а нет, допрыгнул. Так, а куда тебя поставить-то? Ага, понял. Уже подзабыл. Так, рычаг не нужно использовать, нет? Так, надеюсь, ничего не сломается, все сработает, потому что этот квест меня как-то пугает. Своей работоспособностью. Так, иди по следу. Может быть, нужно было в пещере след... Хотя нет, следа никакого нету.
Ну же, зазнай, пожалуйста, будь здесь. А, человек, полагаю, ты пришел получить еще один урок. Меня интересует убежище. Мне нужен ключ, чтобы войти. Моему народу грозит опасность. Как и всем остальным, Хью. Ты не можешь продолжать действовать так и дальше. Ты собираешь слишком большую силу в своих руках. Сила меня не интересует. Я пытаюсь подыскать моему племени новый дом. И поэтому ты набиваешь карманы ресурсами, которые принадлежат другим, и вещами, которые не должен был трогать. На Эвальмаре так дела не делаются. Я использую их как ключи. Они нужны мне, чтобы открыть место, куда я хочу отвезти остальных. Маяк уже был зажжен, Хью, и твои намерения предельно ясны и понятны всем без исключения. Я не хочу неприятностей. Все, что мне нужно, это войти туда. Осталось последнее убежище. Для тебя есть только один способ получить ключ. Оставь меня, и, быть может, я расскажу вождям, что ты изменил свои намерения. Все, чего я хочу, это спасти мой народ. Быть посему. Ага. Тебя нужно убить? Ой-ой-ой, а у тебя полоска здоровья как-то. И брони. Три броньки показывают. Ой-ой-ой-ой-ой. Да что ж такое? Как же пробить твой блок-то? Так, он в блоке. Нужно ждать, чтобы он что-то сделал. Так, мне нужна энергия еще. Оп. Да твою ж дивизию, бей давай. Да чтоб ты был здоров. Сдохни, тварь. Лоси мои враги, заклятые. Поэтому не жалко их абсолютно, убивать их всех. Осмотри маяк. Этого не должно было случиться. Теперь об этом узнают все. Но почему он не хотел просто отдать мне ключ? Я должен бежать со всех ног. Убежище ждет. Нужно проникнуть внутрь и покончить с этим. Изменения на острове. Выбранное племя поможет пересечь людям остров. Так, выбранное племя мне нужно... Племя выбрать или как? Полая гора ждет тебя. Войди внутрь. А почему у меня с лисами опять вражда? Ну какого черта? Я столько ресурсов им отнес в прошлый раз был, чтобы у меня с ними дружба была. Зачем это все делать, если все равно будет вражда? Я не понимаю логику игры. Смысл вообще дружественные отношения с кем-то налаживать, если потом просто по скрипту бабах и у тебя будет вражда? Ну раз хорошо, лисы наши враги, буду их теперь убивать вообще так же само. Враги так пускай дохнут тогда, не хотят дружить с нами. Я надеюсь, будет в игре возможность выбрать концовку. Если вообще здесь есть разные концовки,
Я бы хотел, чтобы была концовка, когда все животные поздыхают просто страшной смертью, сгорят в огне, сволочи. Ресурсы, я беру. Так я собираю ресурсы, просто которые на земле, он лежат и так далее. А вот эти вещи, которые мы нашли в убежищах, да, вот этот воздушный шарик и возможность приручать животных, то есть вот эта вот штуковина, это вообще-то раньше людям принадлежали, так что я взял, скажем так, то, что причитается. Куда нам нужно? Недалеко. И я понимаю, почему люди раньше, в прошлый раз, войну устроили против вот этих существ. Я их полностью поддерживаю в этом плане, так и надо. Потому что все здесь злые, все хотят тебя убить. Почему все хотят меня убить? Почему? Вот единственный нормальный здесь это малыш. Малыш нам нормально с нами пообщался и все. Мы приносили ему то, что ему нужно, он делал то, что нужно нам. То есть все по-честному как бы. Он к нам отнесся вполне нормально. Почему все остальные тупо хотят нас убить? Просто видят нас все. Смерть, убить, убить, убить. Мне это не нравится абсолютно. Так, стоп. Где-то здесь. Вниз показывает. Ага, вот, только как бы мне туда спуститься? Там тоже лоси. Так, ну, по-моему, в этом месте мы проходили когда-то, да? Что-то знакомое. Это пещера с этими механизмами всякими. Как я туда попадал? Может, где-то здесь проход есть. Вот дорога, допустим, если по ней пойти. И опять-таки лоси. Опять-таки придется бежать сейчас напролом. Так, вот только не убейся сейчас. Мне бы белозлоба с собой взять. Чтобы он хотя бы отвлекал их как-то. Все, уже заметили, блин. Да твою ж дивизию, блин. Я не буду сражаться. Они бесконечные. В этом нет смысла, это нечестный бой. Как туда спуститься-то? Ага. Стоп, нет, не сюда. А, вот. Что тут? Записка, в ней говорится об изменении деревень. Памятка жителям. Наша деревня постоянно меняется. Население, еда, материалы влияют на размер деревни. Угу. Это мы уже читали, это везде одна и та же записка. Стоп, подождите, а как же мне? Полая гора ждет тебя, войди внутрь. А как же мне это сделать? Тут преграда, ну я, конечно, понимаю, что может быть как-то... Туда упасть сверху или что? Но я знаете чего боюсь? Я даже если, допустим, я туда попаду сейчас как-нибудь, перепрыгну. А может быть нужно что-то сделать другое? Может быть не сработает это? Ну а другое что еще? Метка прямо туда. Мне нужно именно туда. Мне бы пухляша сейчас, чтобы я перепрыгнул. А там сверху, если упаду...
Нет, я туда, наверное, не попаду никак. Сверху не получится. Хотя, можно попробовать вот... туда вот попасть. Вот оттуда вот туда перепрыгнуть. Вот так вот. Или... да, чтоб ты был здоров, ну... да запрыгни. Да твою ж дивизию. Просто пухляша еще искать нужно, это долго. А может быть мы можем сделать зелье прыгучести, где-то ж у нас было такое. Зелье стойкости... выносливости, резкости, снайпера, войны, вверху там здоровье. Вот отвар прыгуна, нактус нужен, птичий перец, нет. Попробовать нужно сверху. Если так как-то... нет. Попробуем сверху. Стоп, там проем какой-то есть. А вот там я... там я никуда не запрыгну туда. Мне нужно как-то этот проем найти, что ли? Как же его найти снаружи-то? Давайте попробуем, не знаю. Поищем сейчас. Да камера, развернись, елки-палки. Так, где он? Какой он стороны? Я его уже потерял. Вон он. Нужно мне... ага. Вот туда вот выйдем. По-моему, так и нужно. Там такое ощущение, что от этого проема прям специально вот уступы такие сделаны, по которым можно забраться, пропрыгав. Только теперь этот проем найти. Тихо. А, черт. Ну. Ай-яй-яй-яй-яй. Нужно как-то наверх туда забраться. Так, вот туда. Там вот вроде бы он. Или мне кажется. Так, вот. Да, вот этот проем. Попробуем. Хотя, сохранение это бесполезно, потому что все равно, если что, нас отраспавнит где-то в радиусе 50 метров. Так. Хорошо, а как бы мне теперь попасть вниз туда? Да нет, слушайте, это так не получится. Хотя, стоп. Стоп, так. Есть! Получилось.
Фух, у нас получилось, мы внутри. Полая гора, исследуй это место. Так, наверное, лучше не становиться на ту штуку, надо так искриться. Ого, прямо какие-то копи мории. Так, три штуковины, которые, само собой, куда-то нужно будет ставить. Вот одна сюда, например. Так. Нет, никаких подсказок. Так, ну еще две, очевидно, куда-то их тоже нужно вставить, только... Только куда? Вроде бы позади не было... этих мест, куда можно их ставить. Туда пока что никак не попаду. Там должна дверь открыться для этого. Вот оттуда вот я пришел. Там тоже некуда вставлять. Ведь некуда же. Странно, вроде как есть что вставлять, а куда вставлять нет. И пойти некуда, как бы тоже, вариантов-то нет. Никуда пойти я не могу. Тут даже спрыгнуть никуда. То есть мне нужно именно вот здесь вот что-то сделать. Может, какую-то определенную нужно? Попробуем, допустим, поочередно их. А, странно, это сработало. Отлично, проход дальше открыт. Так. Туда можно пройти. Так, внизу там, видимо, нужно три штуковины вставить в разъемы. Тогда, видимо, там лестница создастся. Он. Ступени встанут. Как надо. Так. Может быть, тебя приручить? Может, он молнией сможет что-то здесь заряжать? На всякий случай давайте убивать не будем, а то он здесь один только. Попробуем его приручить. Черт, ну, приручись. Черт.
когда он уже сагрился, его приучить не получится, да? Оп! Хотя, ладно. Убьем его и все. Что, они вот так вот лежат, их просто взять и вставить? Без какого-либо подвоха? Так, нет, подвох все-таки есть. Они на разную высоту поднимают. Подождите, а может быть... Эй, а почему теперь оно опускается? Я ведь вставил ведь. А, блин, я... Ну это ж надо, он прям мимо вставил. Да... Я просто думал, может быть, в тот момент, когда оно опускается, можно зафиксировать его, вставив в нужное время, скажем так. Да, вставь куда нужно. Ну, смотрите, я уже разное вставляю в разные места, а все равно... Да твою ж дивизию, ну... Да чтоб ты был здоров. А, может быть, просто пока оно не опустилось до конца, в него вообще вставить нельзя, да? Так, ну смотрите, как бы их ни перемешивал, они все равно поднимаются на определенную высоту, на одну и ту же. Так что здесь... Поменять их местами не вариант. Вот, видите? Без разницы. Тогда... Давайте пока что пойдем в другое место, туда, куда мы можем. Ну, может быть, вначале нужно там что-то сделать? А, нет, смотрите, сюда мы не пройдем. Я не видел, что здесь нет прохода дальше. Черт. Черт, а как же тогда? Я тогда и не знаю. Проверяю, вдруг где-то есть подсказка какая-то. Потому что что-то я реально сейчас не знаю. Просто от моих действий как бы ничего не меняется. Проголодался. Так. Ну-ка, может быть, куда-то забраться нужно? Нет, здесь я не заберусь. Хотя... Да нет, если бы было рассчитано, что нужно забраться, здесь бы был бы нормальный подъемчик какой-то, более такой очевидный. Ну, конечно, с зельем прыгучести я бы туда запрыгнул.
Так. Что такое? Ну, как бы, и что это нам дает? Что? Так, а некуда, допустим, стрельнуть там и так далее? Нет, ничего нету. Вот эти штуковины сверху... Они просто так, они как светильники, что ли? Слушайте, а вот... Я, кажется, понял, что нужно сделать. Смотрите, а... Вот эти все опускаются вроде как быстро, вот этот медленно опускается. Может быть, нужно успеть быстро пробежать, но это, конечно, непросто. Я не могу зелье скорости сделать. Так, стойкости. Выносливости. Так, отвар прыгуна. У нас же где-то было зелье скорости. Зелье силы, жизненной силы. А, резкости, вот. А, пшеницы нету, я только что как раз был, доел пшеницу. Буквально только недавно мы доели пшеницу всю, елки-палки. Ну, попробуем, конечно. Брось. Побежали. Ой! Ну, твою ж дивизию. Как что-то допрыгнуть-то? Так, ну слушайте, вроде как я вовремя успел, но у меня просто не получилось допрыгнуть. А... Успел-то я вроде как вовремя. Но если я правильно понимаю, вот оно становится как раз там, где нужно. Так что, в принципе, вот это как раз правильное решение вроде как. Так, не тратим время. Твою ж дивизию, блин. Фух. Слушайте, это очень сложно. Это очень сложно. Есть! Пройти быстрее дальше и сохраниться. Ой, твою дивизию напугал ты меня. Я про тебя забыл, елки-палки. Ты меня напугал. Сохранимся. Так, здесь еще есть этот стержень. Я же с собой притащил откуда-то снизу. В принципе, запасной. Отлично. Прошли дальше.
Так, там символы, я вижу, вращаются. Нам, видимо, нужно, чтобы вот эта штуковина повернулась туда. Хотя там и дверь есть уж какая-то. Так, вот этот подъемник, он куда поднимается? Вот туда, ну зачем? Давайте посмотрим, что там. Рычаг. Так. А, там стрелять нужно. Последовательность символов нужно запомнить. Значит, смотрим. Так, такой, такой и вот такой. Я не особо запомнил. Первый я вроде запомнил. Дальше второй. Вот такой. Третий со знаком процентов. Так. Или... Так. Ага. Но это было несложно. Тут тоже есть эти изображения. Люди помогали обитателям этого места добывать какой-то минерал. Они научились контролировать этот мерцающий материал, встречающийся по всему острову. Похоже, представители этого вида оставили людей тут, а сами отправились копать глубже. Неужели это человек с того пещерного рисунка у нас дома? Этот символ. Великий Ляп, это его рук дело? Не может быть. Герой из первой пещеры был тираном. Так вот почему все так злились на меня за то, что я был брал инохонизмы. Все это уже случалось раньше, и надеюсь повториться снова. Возможно, Марла была права, и мы не должны уходить со скал. Я должен вернуться как можно скорее. Так, в общем, мы нашли какой-то фонарь. Можно использовать кнопку, но чтобы использовать его для того, чтобы зарядить определенные триггеры, которые приведут что-то в движение. Ну, уже было, в принципе, понятно, что именно люди этот великий Ляп как бы и создали. И, в принципе, правильно. Так и надо. Я хотел бы это повторить. Дневник. День. Мы потеряли счет. Искатели хорошо с нами обращаются. Убежище Полая гора такое огромное, что искатели оборудовали нам мастерскую в одном из помещений, подальше от их работающих механизмов. Вместе с мастерами и землекопами мы работаем над устройством, способным управлять электроэнергией, испускаемой искателином. Пускай в этих пещерах холодно, мы чувствуем себя как дома. Воу. Так, ну сейчас испытаем. Вот здесь же и испытаем. Чуть не упал там, ёлки-палки. О! Отлично! Мы много таких штуковин на острове встречали. Правда, я уже не помню, где они все. Но если встретим по пути, можем теперь исследовать запросто. Нет, одну штуку я даже помню примерно где. Недалеко от малыша где-то там. Там задумка какая-то.
я думал, туда нас перенесешь. Так, ну туда мне не нужно обратно. Так, стоп, туда можно либо... Ну вот это нас... Туда, допустим, повезет зачем-то. Так, стоп, а здесь? Зачем этот путь тогда? Туда стрельнуть. Там вот зарядить можно. А, я, кажется, понял. Там мы зарядим ту, которая дальше платформа. Чтобы с первой, потом на нее можно было перепрыгнуть. Да, но здесь нужно вначале... Видимо, чтобы потом можно было куда-то перепрыгнуть еще. А, нет, оно не работает, пока не зарядишь. Видимо. Или что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Главное еще в пропасть не упасть. Так, ну-ка, на всякий случай сохранимся. Так. Что-то нам дало, вот оно развернулось теперь. Может, теперь стрельнуть? Нет. Стрел у нас навалом сейчас, поэтому уже как бы я их не экономлю. Может, еще развернуть нужно? Ну-ка, давайте посмотрим, если еще развернуть, куда оно... Он только в одну сторону вертится или как? Ну, то есть только два положения. Так, вот он сейчас вот так. Да, только два положения. Либо так, либо так. Ладно, пока что не ясно, зачем нам это. А, чтобы можно было отсюда стрельнуть, тогда вот-то поедет. Понятно теперь. А, черт. Так, тебе еще раз нужно зарядить, или само поедешь? Ой, эй, ну так нечестно, оно поехало дальше, чем надо. Ладно, по крайней мере мы знаем, что делать. Ить! Да какого черта теперь та поехала? Как не вовремя, блин. Да что такое? Что у меня не получается ничего? Какой-то прям корявый я. Оп! Есть. Есть, отлично. На всякий случай пускай будет меч, а то вдруг белозлобы будут. Еще головоломки. Ну да, понятно, что нужно к этой двери. Окей. Так, вот это что сделать? Платформу поднимет наверх. Там. А зачем тогда путь вниз? О, кстати, белозлоб есть. А зачем тогда путь вниз? Если поверху можно пройти. Нет, что-то здесь внизу тоже нужно сделать определенно. Чтобы не бежать вниз, его убивать. Больше нету. Так, опа, там.
там символы были какие-то. Так, ладно, давайте. Опа, еще рычаг, который что-то включает. Ёлки-палки. Это что? И зачем? А, еще дальше можно? Честно, ребята, пока что не понимаю вообще, что от нас требуется. Куча всего, что можно активировать. Ага, символы, стоп. Так, нет, нет, нет. Так, а дальше ты не крутишься? Правильно, наверное. Это, если честно, вроде не то было. Вот это должно быть слева, а как теперь? Оно больше не вращается. А, подождите, наоборот, наверное, отзеркалено нужно, а не слева направо. Вот так, вот, отзеркалено. Тогда все правильно. Так, так, так. Завертелась еще одна платформа. Так, хорошо, что-то мы сделали полезное определенно. Ну, а почему ты не активируешься? Так, нет, непонятно. Так, здесь тоже рычаг, но у нас просто вверх подымет. Нет? А, то же самое, это приезжает платформа.
Зачем она? Сейчас-то она не нужна, она... нам сейчас, наверное, давайте вот здесь посмотрим. Что там сверху? А, это вызывает эту же платформу, да? То есть вообще нам нужно сделать как бы вот такой вот проход здесь, да? Или, ну, чтобы завертились вот те вот. Если так попробовать. Эть, нет, не допрыгну. Хотя вроде казалось, что могу допрыгнуть. Так, мне нужно, чтобы вот отсюда пошел сигнал. Вот это, и тогда-то начнет вертеться. Так, а как же тогда самую последнюю, как тогда активировать? Там ее вообще не получается активировать никак. Так, вот это получается поднимает ее вверх. Забраться. Твою дивизию опять снизу подниматься. Во-о-о. Так, окей, это заработало. Окей, это заработало, хорошо. Вторая вертится. Нужно еще третью активировать. Все понятно. А, здесь же две платформы, а не одна. То есть их вот так вот две нужно туда переместить. А, ну да, вот получается левая это нижняя будет. То есть я как бы переходник делаю. Потом еще пропрыгать по ним, ёлки.
Это тоже будет непросто, я думаю. Отлично. Так, ну теперь еще пропрыгать нужно. А как бы мне здесь так побезопаснее вниз спуститься? Я не думаю, что можно на этой же штуке уехать, потому что тогда прервется все. А высота не маленькая. Вот так вот. Видите? Да чтоб ты был здоров. О, здесь появились. А, черт, опять не успел. Есть. А, черт, нет. Ладно, не будем спешить. Да встань ты, что ты пригнулся, блин. Нет. Шикарно. Да, как я и сказал, это будет непросто. Есть. Есть. И... нет. Ну блин, опять здесь мы появились. Какого черта? Опять сначала. Вот ненавижу так. Когда подбегаешь, а уже опаздываешь. Да елки, опять вот начинается с того, что ты опаздываешь, не успеваешь. Это закон подлости такой. Это, как знаете, напоминает погоню за маршруткой. Когда подбегаешь к остановке, в тот момент, когда от нее уже отъезжает нужная тебе маршрутка. Ну, есть. Фух. Фух. Дверь ту же самую открывает, это нам не нужно. Так. Так, а слушайте, вон те ступени, это... Я понял, где мы. Это вот сюда вот я подбегал. Здесь обрыв вот. А, ну вот эта штуковина вертится, по-любому. Вот, да. Ну это уже понятно. То есть мы сейчас возвращаемся обратно просто. Фух, так. Лук ставим, сохранимся. Так, нет, стоп, это мне вот сюда нужно. Да, непростая головоломка была. Пришлось помучиться. Что-то там лежит. Железо? Окей. Договор. Новая глава. Шаткие скалы. Нужно туда вернуться. Хорошо, вначале я хочу отсюда выбраться в безопасное место куда-то и там сохраниться. Ну, помычи мне еще тут.
просто уйдем куда-нибудь подальше, где мы будем в безопасности, где поблизости не будет никаких лосей. Так, а там я, наверное, не спущусь. Куда мне? Сюда как раз таки лучше будет. Может быть, в воду спрыгнуть? Да нет, здесь вроде как глубины нет. Не хочу. Лучше пробежать. Кстати, это не тот механизм. Да, вот про этот механизм я как раз таки и помнил. А, я думал, он находится где-то рядом с малышом. А про вот эту вот штуковину, которая должна вращаться. Давайте сразу сейчас вот посмотрим. А хотя нет, стоп, там, по-моему, как раз таки тоже есть механизм. Где-то. Ладно, если что, по пути вдруг встретим. Так, сохранимся опять-таки. Раз уж сюда добежали. Ведь. Так. Но этого мало, надо еще и вверх поднять. Во. Ой, чё-чёрт. Да твою ж дивизию, как мне туда спрыгнуть-то? А как же мне туда спрыгнуть? Эта штуковина меня не пропускает вообще. Да блин! Чёрт! Нет. А, стоп! Еще раз, вот! Эть, ну! Да чтоб ты был здоров! Все равно не допрыгиваю. Ну, по крайней мере, хорошо. Теперь уже током нас бить не будет. Так. Оп. Есть. Фух, стрела с широким наконечником. А у нас разве не было ее? Этой задумки. Стрелы, наносящие серьезный урон при попадании в туловище, не подходят для стрельбы по уязвимым местам. Древесина требуется, валуны требуется довольно много, перо пухляша. Взрывная стрела. Но я могу только пару штук их сделать, так что это бессмысленно. Давайте наделаем вот этих, что ли. 5 штук создается, да? Ну, это нормально тогда. Давайте сделаем вот хорошенько так. 39 штук, пускай будет так. Давайте поставим их. Так, у меня сбивающая с ног есть одна. Взрывная, 4 штуки. Эти стрелы возьмем с широким наконечником.
Тихо-тихо. Опа. Так, и там лоси. Вот сволочи. В принципе, вот здесь вроде мы в безопасности, я на это надеюсь. Давайте здесь мы с вами и прервемся наконец-то. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока.